вот местный магазинчик. Здесь мы будем делать покупки. Во какой этот вообще классный, да, Зать? О, суперские. Длинная тыковка. Можно шлепанцы купить. Короче, магазин, в котором есть все. Салфетки. Ага. И нет у них вот этих. От москитов ничего в магазинах не продается. А комаров здесь просто, просто пипец сколько. Съедают нахрен. Нет никаких средств. Местным, наверное, вообще по барабану. Едят их комары или нет. Зай, что did you find? Ага. Чили, какие-то чипсики. Да, но овощи, конечно, вообще удивительно дорогие и страшные. Это тунец. Мы брали в прошлый раз вкусный. С черным перцем, с чили и еще с чили. И просто в масле. Финики. О. Все привозное, все-все. Бедняги, жрать тут нечего. Чё, какие-то сухарики. Местные бананчики очень вкусные. Только тут какие-то заморочные висят. Хочу найти не очень красивые. Да. Вот эти красивые, но эти грин. Не знаю. Не супер. Don't me. Наверное, ищи макаронай. Помидоры наистрашнейшие, конечно. Ну что поделать, что довезли, как говорится. Что за юж? Каймас? Эти, да. Угу. Это такое вибот маленькую, да, пластик? Бин афрейд брокен. Не, if бин не брокен. Не брокен? Нет, конечно. Это heavy, да. Ну, морхави, конечно. Anyway, price is 30. Короче, будем брать местные нямки. Короче, мы возьмем вот эту состав. Анчоусы, лук, чили, карри, чеснок, имбирь, кумин, соль, масло и тропические специи. 44 руфии. Вкусно. Так, вопрос. Ой, вы, Зай, оно софт. Короче, мы думали, что это фрукт, типа джекфрута или еще что-то. Но сказали, что надо готовить его, а потом только есть. Покупаем бананчики. Местные бананчики. Махонькие такие. Окей, да, Зай? Кола, давай. Каймашта. Что это? Сири цена. И что еще? Бай. И банана. Нани банана. Чисай.
Давай, табимас? Да. Еще один магазинчик. Сушеная рыбка. Орешки. А, да. Местная паста для маринада. Интересные перчики маленькие. О, ну тут по овощам прям уже поинтереснее. Лучок. Страшненькое, конечно, все такое. Опа, чили. Морковочка симпатичная. Даже манго есть. Но явно же не местная. Да. С овощами у них, конечно, беда. О, а это свекла. Ой, смотри, сколько хлебушка, зай. Did you see your пальхомас? А, мини-мини. Да. Мы за вот этой рыбой пришли. Хотим взять копченый, как этот, тунец. Сухой. Так, еще мы хотим взять тунца в банках. Чили. Sunflower oil и хабанеро чили, зай. Вот этот перчик острый продается, местный. А? Да? Сейчас каймаз. Ты не знаю, что. Капулечка желтенькая. Интересно, из чего они такого желтенького пекут, что оно все такое желтенькое. Красивая выпечка. О! И эти интересные, смотри. Spicy smoked tuna. Tuna chili paste. Это прям, смотри, ну это интересно, да, зай? Interesting. Продуктов Мальдивес. Вот чего надо брать здесь. Только местное производство. Мы такое любим брать на сувенирчики. Давай, бай, это. И это красиво. Нет, конечно, зай. I remember I bring many варенья from Ukraine. Да. Да. Приколесики. Мы в этом магазине еще не были. Ну, это неинтересно, это все привозное. Да. Тут хлебушки. Мяконькие-мяконькие булочки. А, это какой-то с кремом. Си, это какой-то кейк with cream, да? Да. Да. Давай try. I think это local. Да, давай. Угу. Эти томаты байни уровня. As you like. Вот это Кузе понравились макароны с этим вальхамасом. В рестике мы не едем. И давай такой, хорошо? Да, один. Да, конечно, один. Возьмем кейк. Ну что, happy face? Да. Ну все, пошли. Пей. О, давай. Корзиночки даже есть. Ага. Ну давай, бери. Вот никак не успокоится. О, для... Да, давай. Все, на сувениры мы решили еще взять. Да. Да. Наконец-то мы нашли этот крем от комаров. Алина. Чуть не, конечно, у нас few days only. А, зай, смотри, here listerine have many. Да. А мы тащили с собой, думали, у них тут листерина нет. 54 small, 80. Да. Да. Интересно, у них есть какой-то косметоз местный? Это все я знаю. Это гарнир, это мне не интересно, мне хочется местное. Давай, девочка, I want to see немножко more, окей? Okay? I want to see немножко more.
шкуру. Санскрин крем. Интересно, это чей? Тоже, наверное, не местная. Не знаю. Пуру. Где я его взяла? Забыла. А, вот внизу. Санскрины. Oil for skin. А, это для депиляции. Даже для рыбок аквариумы есть. Канцелярия. О, смотри, какие. Ого, красивые. Да. О, игрушечки. Короче, огромный супер у них тут. Прям все есть. И очки есть, Шанель. О, смотри, зай, какие красивенькие санграсы. Шанель. Смотрите, какие, надо померить. О, какие хорошенькие. И дешевле, чем я взяла. Ну ладно, у меня уже есть. Что каймаста? Пару по вас мэни. Мэни? Смотри. И системе. Да. Вот это будем есть. Формакарочки мейк? Да. Все, хорошо, зай, идем. Вот так, магазинчик самый классный, самый большой на Куда-Хуваду острове, на Мальдивах. Рекомендую.